Всем привет, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению TrafficFlow, по сбору биткоин-сатошиков. Значит, вот это расширение. У меня на данный момент все просмотрено. Минимальная сумма на вывод 6000. Вот у меня набрана минимальная сумма. Значит, и хочу поставить в режиме онлайн на вывод. Нажимаю сюда. Так. Значит, здесь у нас как бы прописан биткоин-кошелек, но при регистрации он указывается. У меня третий уровень из трех. Здесь как бы уровни есть. Значит, тут левел 1, 2, 3 уровень. Так. Здесь у нас статистика. Это history, то, что я вот просмотрела, сатошики, и наш виндраф. Значит, сюда нажимаем, как бы вот эту сумму. Давайте я сейчас ее сотру. Нажимаю сюда вот так сумму. Вот видите, она вот здесь появилась. Далее нажимаю виндраф. Так мы выводим денежки. Так. Вот объявление, смотрите, your email. Ага, пишут, чтобы я пошла на email, как бы на электронную почту, и сюда придет код, вставить код подтверждения. О, как. Сейчас я это все сделаю. Так, скопировала я код, вставляю. Так, вставить. И нажимаю на синюю вкладочку. Все. Сатошики отправлены. Так. Сейчас полоска пройдет. Так. Теперь. Так. И вот у меня мои сатошики в процессе. Значит, 14.05 в этот. В другом расширении, у меня есть расширение еще одно, тоже по сбору сатошиков, там вывод от 10 тысяч, и вывод идет в районе 11 дней. Я буду ориентироваться как бы на этот срок, придет раньше, переведем на русский, так, в обработке. Придет раньше, значит, запишу раньше видео. Так. Ну, здесь направление, как бы, партнеры, два баннера, ссылка, ну, ссылка на везде. Так, здесь вот уведомление, видите, в колокольчик, что у них здесь, добро пожаловать, вот я зарегистрировалась, вывод теперь каждые 24 часа, тут вот я второй уровень получила, третий, и здесь написано временный вывод средств производится каждые 3 дня. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!